Александр Федорович, ну, ваш первый комментарий, первое впечатление. Ну, здесь, если брать игру, первый тайм у нас преимущество большое было. Могли забить, был момент. Вот, хотя и со стандарта тоже могли забить Файкл. Второй тайм такая равная игра была. В принципе, в большей степени, наверное, ничейный был бы результат. А так мы пропустили тоже, опять же, со стандарта. Вот, и поэтому проиграли. Насколько хотя вы... были несколько атак у нас очень хороших при счете 0-0. Не могли разыграть и реализовать преимущество. Но не удалось. Сегодня насколько оптимальным, по вашему мнению, был состав ваш? Ну, у нас, честно говоря, 5 человек выбыло по разным причинам, по травмам. Вот. У нас в центральной зоне молодые ребята играли, хотя Молчан 2000 года сыграл достаточно хорошо, качественно. Вот. У нас Ланин пока еще не готов. Вот у нас Саная тоже заболел, вот не готов. Галимов, вот, человек 5 основного состава, который наигрывал все время, постоянно выходил в составе, сегодня пришлось замену делать. Соперник чем-то удивил сегодня? Нет, ну, старательная команда. В первом тайме преимущество имели большое, практически в одни ворота играли. Второй тайм такая была. Но они строго от обороны играли. Вот, и, в принципе, не давали нам так развернуться в непосредственно плохо. Хотя моментов достаточно было, где могли мы более тонко сыграть. Но не получилось сегодня. Наши журналисты интересуются, насколько вам состояние газона удовлетворило. Ну, он не важнецкий газон, хотя он мягкий, в принципе. Да, конечно, где мы вчера тренировались, газон лучше.